Здравствуйте, на канале ТВ5. Время новостей, в студии Елена Зайцева. Волонтеры призывают запорожцев помочь в восстановлении техники 55-й артбригады. Нехватка продуктов и волонтеров. В областной организации Красного Креста говорят о проблемах в обеспечении переселенцев гуманитарной помощью. Южный колорит. Первая персональная выставка запорожского художника Игоря Сытника. Верховная Рада Украины заработала. Сегодня спикер Александр Турчинов закрыл 4-ю сессию и открыл 5-ю сессию парламента 7-го созыва. Напомним, 25 августа президент Петр Порошенко объявил о распуске Рады 7-го созыва. Внеочередные выборы украинского парламента назначены на 26 октября. Сегодня депутаты утвердили план работы 5-й сессии, согласно которому на пленарной неделе парламент будет работать только во вторник, а в остальные дни в комитетах и округах. На 4 сентября запланировано проведение закрытого заседания Рады. Народные депутаты сегодня не приняли за основу и в целом законопроект о внесении изменений в закон о госбюджете, которым предлагалось утвердить расходы Центризбиркома на внеочередные выборы. Проектом закона на проведение выборов предлагалось выделить 964 миллиона гривен. А вот законопроект о временных мерах на период проведения антитеррористической операции депутаты поддержали во втором чтении и в целом. Документ предлагает установить моратории на начисление пени и штрафов на основную сумму задолженности по кредитному обязательству гражданам Украины, которые живут на территории, где проводится АТО или которые переселились из нее. Со второй попытки парламентарии приняли отставку министра экономического развития и торговли Павла Шеремета. За соответствующее решение проголосовали 252 депутата. Заявление об отставке глава Минэкономразвития написал 20 августа. Шеремета объяснил свою отставку тем, что с ним не согласовали назначение торгового представителя Украины. Министерство иностранных дел Украины выслала Министерство иностранных дел России ноту с требованием прекратить военное вторжение. По словам спикера украинского внешнеполитического ведомства, в ноте указано, что применение вооруженных сил России против суверенитета, территориальной неприкосновенности и политической независимости Украины грубо нарушает устав ООН, нормы и принципы международного права. Украина требует отвести подразделения российских военных от государственной границы, прекратить поставки вооружения террористам. В зоне антитеррористической операции за минувшие сутки погибли 15 украинских военных, 49 ранены. Как сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБУ Андрей Лысенко, за время проведения АТО на территории Украины погибли около 2000 кадровых военнослужащих Российской Федерации. По словам Лысенко, Россия поставляет вооружение террористам, используя автомобили гуманитарного конвоя. В ходе третьей волны частичной мобилизации в Запорожской области уже призвано более 1800 военнообязанных. Сейчас в регионе продолжается пятый этап мобилизационных мероприятий. Під час проведення цього п'ятого етапу ми призвали понад 250 чоловік військовозобов'язаних, які зараз вже проходять службу на території Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської областях. Тобто ми готуються до захисту вітчизни. Крім того, ми продовжимо до 5 вересня призивати військовозобов'язаних добровольців до військових частин Збройних сил України та інших військових формувань. Министерство обороны Украины проводит срочный набор добровольцев для укомплектования должностей командиров отделений, наводчиков, операторов БМП-2, командиров орудий, наводчиков, механиков-водителей артиллерийских батарей. Добровольцев просят обращаться в районные и городские военкоматы по месту жительства. За две недели они восстановили один КАМАЗ для 55-й отдельной артбригады. А сейчас волонтеры-активисты самообороны призывают запорожцев помочь нашим военным. Запорожские волонтеры общими усилиями восстановили одну машину для бойцов 55-й артбригады. Говорят, сейчас на передовой нужна вся наличная техника. После консервации требуют восстановления еще 20 КАМАЗов, находящихся в части. Все машины, которые стояли на хранении, они были неправильно поставлены на консервацию. Не были залиты в топливную систему, в систему воздуха, обезвоженное масло. Это элементарная программа военного училища любого офицера. Плюс не была законсервирована тормозная система. В воинской части есть ремотдел, но не хватает знающих специалистов. Есть проблемы со специальным оборудованием для ремонта. Все работы ведутся в боксах для консервации. А ремонт машин, утверждают волонтеры, на других предприятиях оказался неоперативным. Разброска машин по предприятиям, чтобы было вот это произведено, наверное, губернатором,
для ремонта не всегда оправдана, очень долго и не отслеживается воинской частью вообще. Из-за какой-то мелочи ремонт затягивается, то есть нет оперативного центра и координации вот этих работ. Волонтеры уверяют, что ремонт машин занимает не так много времени и финансов. Одна из проблем – нехватка запасных деталей. Ранее с отдельных машин самими бойцами были сняты части для ремонта другой техники. Где брать запчасти? Ребят мобилизовали. Вот. Они не городские. Это мы городские, мы поехали, где-то я что-то у себя дома нашел, что-то купил, что-то у товарищей попросил. Да, они не городские. Они сидят, значит, где им брать? Они с соседней машины. Раз, ну, себе поставили. Значит, та уже, получается, разворована. Кое-чего не хватает, его, значит, надо покупать. Там суммы небольшие, это где-то машина нам обошлась 4-5 тысяч. Ну, гривен, да. Вот. Там не хватает руки, там хомутов. Активисты призывают всех неравнодушных запорожцев, знающих авторемонтное дело, и водителей, работавших на КАМАЗах, откликнуться и помочь восстановить автопарк 55-й отдельной артиллерийской бригады. Заявить о своем желании и готовности защищать родной город в четверг, 4 сентября, запорожцев приглашают на телемост жителями Днепропетровска, Харькова, Херсона, Мариуполя, а также Бердянска и Мелитополя. Онлайн-включение в Запорожье состоится на площади Маяковского в 17:00. Мы хотим заявить о том, что заявляем о том, что мы будем защищать наш город. Надо будет, пойдем с лопатами, надо будет, возьмем в руки оружие. Мы будем окапываться и будем создавать партизанские отряды, но мы здесь хозяева у себя в городе, и мы не сдадимся. Также активисты планируют создать информационную базу инженерных и военных специалистов города. На площади Маяковского в четверг будут работать специальные палатки, где специалисты смогут записаться для участия в работе по подготовке города к обороне. Ежедневно в наш регион приезжают переселенцы из зоны антитеррористической операции. С первых дней этой миграции в Запорожье был организован штаб по регистрации, расселению и оказанию гуманитарной помощи. Сейчас обеспечением продуктами питания, одеждой и предметами первой необходимости занимается областная организация Общества Красного Креста. Впрочем, в работе организации есть проблемы. Об этом в следующем репортаже. Каждый вторник и четверг возле здания Запорожской областной организации Общества Красного Креста ажиотаж. Здесь получают гуманитарную помощь переселенцы из Донбасса. Вещи, предметы первой необходимости и консервацию для переселенцев в организацию приносят запорожцы. Продукты поступают из нескольких супермаркетов. Там их собирают специальные контейнеры. Всем продуктам и вещам ведется строгий учет. Впрочем, этой помощи, говорят представители Красного Креста, в последние недели не хватает, учитывая, что обращающихся за ней людей стало как минимум втрое больше. Да и условия, в которых проходит распределение гуманитарной помощи, оставляют желать лучшего. Вот мы приходим в 8 утра на работу, уже человек 10-20 под дверью стоят, занимают очередь. Часам вот к 11 как раз приезжает машина, мы все это разгружаем и начинаем людям выдавать. Процедура, честно вам скажу, не из приятных. В 21 веке сидят мамочки с детками, сидят инвалиды, сидят пенсионеры. Все уставшие, все раздраженные, все измученные. Эти неудобства возникают из-за нехватки волонтеров, ведь с сотрудников Красного Креста никто не снимал их прямых обязанностей по патронажу и уходу за жителями Запорожья. В организации Красного Креста говорят, переселенцы не очень охотно откликаются на предложение помочь, ищут оплачиваемые рабочие места. Но есть исключения. Надежда приехала из Горловки, потеряла сына, на руках тяжело больной муж. Но сострадание к людям помогает ей не падать духом. С первого дня только пришла сюда, увидела, что все плачут, всем нужно помочь, поэтому включилась. И не выходя практически оттуда все время, с утра и до вечера, сколько работают девочки, этот народ, столько я с ними. Есть еще несколько постоянных помощников, но этого недостаточно, уверена Надежда Бажок. Очень большая нагрузка у нас в Бердянске и в Мелитополе. Очень тяжело Куйбышево и Розовке, потому что они прифронтовая зона. Там и маленький персонал, и маленькие местные ресурсы. К сожалению, из центра нам поделиться нечем. Они работают тем, что собирают у себя на своем уровне. Там, конечно, будут еще меньше эти пайки. В областной организации Красного Креста считают, помочь районным отделениям могут местные советы. Говорят, глядя на этих маленьких детей, немощных стариков, инвалидов, невозможно не проникнуться состраданием и необходимостью внести свой посильный вклад в их нелегкую жизнь. У Анны двое детей. Она очень благодарна запорожцам за приют и помощь, но мечтает поскорее вернуться домой, в Горловку.
Встретили замечательно, расселили, получаем помощь. За все благодарны. Связь поддерживаете с Горловкой? Да, связь поддерживаем с Горловкой. Ну, пока как бы дом целый, надеемся на скорую возврат. Большинство из переселенцев уверены, лучшей помощью для них было бы восстановление мира и спокойствия в Украине. Представители фонда Александра Вилкула «Украинская перспектива» доставили гуманитарную помощь в город Счастье в Донбассе. В частности, медикаменты для оказания помощи раненым солдатам украинской армии и бензин для автомобилей скорых городской больницы. С тех пор, как был заблокирован в связи с военными действиями город Луганск, на территории нашего города перестали выплачиваться пенсии, все социальные пособия, перестали выплачиваться зарплаты бюджетникам. Уже почти 3 месяца люди не могут получить заработную плату, соответственно, не могут приобрести даже необходимые продукты питания. В связи с этим мы очень благодарны всем неравнодушным жителям Украины, которые понимают нашу ситуацию, в которой мы оказались, и которые помогают нам лекарственными препаратами, продуктами питания и всем необходимым. В связи со сложной ситуацией городской совет совместно с организацией сообщества ветеранов Афганистана обратились в фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива» за помощью. Фонд передал в город гуманитарный груз около 10 тонн медикаментов и продуктов. Помощь распределили среди лечебных учреждений города, где находятся раненые солдаты украинской армии и пострадавшие мирные жители зоны конфликта. Продуктовые наборы будут переданы социально незащищенным категориям населения, оставшимся без средств к существованию из-за отсутствия государственной поддержки, и школам. В скором будущем в Запорожье появится новая система автобусного сообщения. По крайней мере, так говорят чиновники. Сейчас проект городской автобусной сети находится в стадии обсуждения со специалистами и общественностью. Проект, по словам его инициаторов, позволит улучшить качество и безопасность перевозок в общественном транспорте. О перспективах развития пассажироперевозок в областном центре сегодня говорили в муниципальном пресс-центре. Новая система автобусных перевозок пока, утверждают в городском управлении транспортного обеспечения, в стадии разработки. Для ее реализации необходимо минимум 3-4 года и немалые капиталовложения. Менять что-либо кардинально не получится до 2018 года. Именно до этого времени будут действовать контракты с городскими автоперевозчиками, которые представители городской власти, по их словам, не намерены разрывать. Основное, что здесь есть, это... Мы стараемся полностью уйти от автобусов Б-класса, это такие, в которых только сидя перевозятся пассажиры, перейти к автобусам 1, 2 и А-класса, там, где можно ездить стоя в больших объемах. Внедрять этот проект, говорят чиновники, будут только после общественных обсуждений, которые планируют провести в несколько этапов. Только после общественных слушаний проект будет представлен депутатам постоянных комиссий Горсовета. И если горожане пока скептически реагируют на данную реформу, то запорожские перевозчики, по словам управленцев, с пониманием отнеслись к проекту. Но уже внесли свои замечания и предложения, поскольку более габаритные автобусы требуют больших затрат на их эксплуатацию. Перевозчики прекрасно все понимают. Они, по крайней мере, исходя из того обращения, которое они на мэра подготовили, они согласны с тем, что ситуацию нужно менять и нужно подвижной состав переводить в более крупногабаритный. Но они говорят непопулярные вещи. Скажи, говорит Юрий Владимирович, а какие автобусы покупать? А какие у нас такого класса, только Богдан и Эталон есть. Все эти три вида имеют очень серьезные эксплуатационные сложности. Ныне действующая система автобусных перевозок, соглашаются в профильном управлении Горсовета, нуждается в дополнительном финансировании. Перевозчики, ссылаясь на трудности, инвестировать в нее не хотят. Разрекламированная в прошлом году программа установки GPS-навигации в маршрутках сейчас практически заморожена. Что же касается транспорта для людей с особыми потребностями, то он по-прежнему существует только на бумаге. Обидчики мелитопольских журналистов понесут законные наказания, утверждают в прокуратуре Запорожской области. 26 февраля пророссийски настроенные активисты во время массовых акций на Братском кладбище Мелитополя препятствовали работе сотрудников ТРК «Мелитополь». Напомним, в тот день тетушки хотели отобрать фотоаппарат у одного из журналистов, а также забрали камеру у оператора телекомпании и уничтожили кассету с отснятым материалом.
заступившемуся за своих сотрудников директору телекомпании, распылили в лицо слезоточивый газ, после чего он был госпитализирован. Как сообщили в прокуратуре области, было проведено дополнительное изучение материалов уголовного производства, открытого милиции по данному факту. Установлено, что следователь незаконно изменил квалификацию уголовного правонарушения со статьи 171 Уголовного кодекса «Препятствование профессиональной деятельности журналиста» на статью 125 «Умышленное нанесение легких телесных повреждений». По требованию прокуратуры преступлению установлена соответствующая квалификация. Сотрудники телерадиокомпании, ранее фигурировавшие в деле как свидетели, признаны потерпевшей стороной. Ход следствия под контролем прокуратуры области. Бердянский морской торговый порт бьет рекорды по перевалке грузов. При плане 220 тысяч тонн в месяц за август докеры перегрузили 390,5 тысяч. Такого показателя, говорят бердянцы, не было за всю более чем 180-летнюю историю порта. К сожалению, причина рекордной отгрузки связана с ситуацией в зоне антитеррористической операции и прилегающих районов. Мариупольский порт практически не работает. Донецкая железная дорога заблокирована. Керчь находится на захваченной Россией территории. В Азовском море Бердянский порт – один из немногих выполняющих задачи по перевалке экспортных и импортных грузов юго-восточного региона страны. Сегодня все 7 причалов государственного предприятия работают в интенсивном режиме. Приоритет, говорят в порту, стараются отдавать грузам, необходимым для стабильной работы металлургов соседнего Мариуполя. Мы в любом случае в первую очередь стараемся придерживаться правил, которые были установлены мировой практикой, очередной захода судов. Но если есть возможность быстро загрузить судно для металлургии, для Мариуполя, мы ставим, конечно, к тем причалам, которые специализируются на отправке руды, кокса, мы ставим суда для Портинвеста, для Мединвеста, для Макеевского, Мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» и «Ильича». Вчерашний праздник 1 сентября в Запорожье омрачило драматическое происшествие в Ленинском районе. На улице Зеленой водитель «Таврии» сбил 2-6-летних девочек. Произошло это приблизительно в 17:10. Дети шли вдоль правого края проезжей части. Водитель не мог не видеть пешеходов. Кроме того, ширина проезжей части вполне позволяла ему сманеврировать. Одна девочка получила легкие телесные повреждения, вторая в тяжелом состоянии находится в реанимации. Происшествие в Ленинском районе произошло в светлое время суток. Водитель не мог не заметить детей, идущих по дороге. Но тот факт, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, скорее всего, это и повлияло на то, что водитель не смог отреагировать вовремя, объехать детей, чтобы не совершить на них наезд. Очевидцы утверждают, что водитель пытался уйти с места происшествия, но ему помешали прохожие. Позже он пытался отказаться от медицинского освидетельствования. Ведется расследование. Южный колорит в Запорожье не только на картинах, но и в настроении. В Запорожской галерее «Арт-Эль» открылась первая персональная выставка молодого художника Игоря Сытника. Автор работ не скрывает, больше всего любит изображать природу в реалистичной манере. Более 20 картин в стиле южный колорит. Здесь Ялтинская набережная, Никитский ботанический сад, балаклава и множество морских пейзажей. Автор работ, запорожец Игорь Сытник, говорит, любовью к искусству проникся еще в детстве. Творчеством начал заниматься еще лет, может, с 13. Ну, на самом деле, с детства рисую. Вообще, После 9 класса решил уже связать свою жизнь с творчеством. По словам Игоря Сытника, любимый жанр для себя определил давно. В живописи отдает предпочтение пейзажам, выполненным маслом или пастелью. Иногда экспериментирует с натюрмортами или портретами. Больше всего, наверное, нравится писать природу. Очень себя приятно, ну, комфортно чувствуешь, когда находишься на природе. Очень вдохновляет вообще крымская южная природа. В своем творчестве молодой художник старается наследовать классическую манеру импрессионистов. Вот эта картина «Вечерняя набережная», по словам автора, больше всего напоминает творчество Ван Гога. В целом, по словам специалистов, в пейзажах Игоря Сытника максимально ярко чувствуется настроение природы. Передавать настоящие эмоции автору удается с помощью цвета.
На примере вот этой выставки вот есть, бытует, я не раз встречал в газетах, в разных изданиях, мнение о том, что в Запорожье нету школы. Ну как это нету школы, когда вот выпускник запорожской школы, обучающийся, который прошел обучение в нашем электротехническом техникуме, который у меня в студии много лет учился, вот его уровень, это школа, это нормальная реалистическая школа. В этой выставке, считают специалисты, мир художника и природы слились в единое целое. Подчеркивают, автору в особой манере удается прочувствовать и передать на холсте красоту окружающего мира. В Запорожье и Сумской области привезли православную святыню, чудотворную икону Рождества Пресвятой Богородицы Пустынно-Глинская. Явление этой иконы положило начало образованию обители, куда ежегодно приезжают паломники со всех городов Украины и зарубежья. Подробности в репортаже Галины Знаменской. Глинская обитель появилась в середине XVI века благодаря чуду, явлению на высокой сосне иконы Рождества Пресвятой Богородицы. Свидетелями этого события, по преданию, стали крестьяне-пчеловоды. Вскоре из-под корней этой сосны забил источник, исцелявший от душевных и телесных недугов. Около сосны стали строить свои кельи монахи, пришедшие из разных обителей. Со временем икону облекли в золотую чеканную ризу, украшенную драгоценными камнями. В 1922 году икона была утеряна. Вновь обретен лик Пресвятой Богородицы был не так давно. Сейчас обитель переживает новый подъем. Икону Рождества Пресвятой Богородицы Пустынно-Глинская в Свято-Покровском архиерейском соборе Запорожья встретили владыка Лука, архиепископ Запорожский и Мелитопольский, со священниками епархии. Православная святыня будет находиться в Свято-Покровском архиерейском соборе до 6 сентября. Затем поклониться ей смогут прихожане церквей Запорожья и области. Это была последняя информация выпуска. Напоминаю о новостях Запорожья и области. Вы всегда можете узнать на нашем сайте tv5.zapi.ua. Если вы обладаете интересной информацией или видеоматериалами, хотите рассказать о проблеме, с которой столкнулись, или высказать свое мнение, пишите. Главред@tv5.zapi.ua. В студии работала Елена Зайцева. Всего хорошего.